Дополнительная растяжка. Для этой растяжки вам понадобится полотенце. Пока просто положите его рядом с собой на полу. Встаньте прямо, руки спокойно опустите вниз вдоль туловища. На вдохе поднимите вытянутые руки вверх, затем опустите вниз на выдохе. На вдохе поднимите руки вверх. Сложите руки ладонями вместе и плавно согните на уровне груди. Опустите голову так, чтобы вы смотрели на кончики своих пальцев. В этой позе расправьте плечи. Почувствуйте, как напряжение уходит из области шеи. Сделайте глубокий вдох, а затем глубокий выдох. Положите руки на бедра. Медленно присядьте, не отнимая рук. Почувствуйте всю силу ваших квадрицепсов. Из этой позы вам нужно сделать разворот туловища так, чтобы голова смотрела через правое плечо. Чувствуйте, как растягиваются все мышцы шеи, трапециевидные мышцы и мышцы спины. Задержитесь в таком положении. Сделайте глубокий вдох, а затем глубокий выдох. И снова сделайте вдох. И выдох. Вернитесь в исходное положение. И медленно разверните волной все тело. Выпрямитесь. Поставьте правую ногу назад, образуя между двумя ногами расстояние в широкий шаг. Выверните бедра и присядьте. Почувствуйте приятное напряжение мышц нижней части живота и бедер, там, где расположены квадрицепсы. Задержитесь в этой позе. Сделайте глубокий вдох. А затем выдох. Снова глубокий вдох. И выдох. Теперь будем медленно опускать руки вниз. Затем отводить ногу назад, делая это как я. Обратите внимание на то, чтобы колено находилось на одной линии со ступней. Теперь опустите колено на пол и задержитесь в этой позе. Оставайтесь в этой позиции. Глубокий вдох. Выдох. Этот комплекс упражнений не менее важен, чем все остальные элементы. С его помощью мы сможем выйти на новый уровень нагрузок во время остальных упражнений. Прижмите ногу к полу, чтобы почувствовать, как растягиваются мышцы ног. Глубокий вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Медленно подтяните правую ногу вперед так, чтобы стопы обеих ног касались друг друга. Положите ладони на бедра. Медленно распрямите тело одной волной. При вдохе поднимите руки вверх. На выдохе опустите. Снова вдох, поднимая руки вверх. На выдохе поставьте ладони вместе перед собой. Распрямите плечи. Дышим глубоко. Еще один раз глубокий вдох, выдох, и медленно положите руки на бедра и согните колени. Перенесите всю опору на пятки, держите колени вместе. Медленно поверните корпус влево так, чтобы голова смотрела через левое плечо. Задержитесь в этой позе, почувствуйте, как напрягаются трапециевидные мышцы, шея и верхняя часть спины. Медленный глубокий вдох, выдох. Не забывайте подключать мышцы живота. Делайте еще один глубокий вдох и выдох. Повернитесь прямо и медленно, грациозно распрямите тело одной волной. Теперь отставьте правую ногу назад, образуя между двумя ногами расстояние в широкий шаг. Выверните бедра, согните обе ноги в коленях. Почувствуйте приятное напряжение мышц нижней части живота и бедер, там, где расположены квадрицепсы. Задержитесь в этой позе, расправьте плечи. Глубокий вдох. Выдох. Снова глубокий вдох. И выдох. Медленно опускаем руки вниз, отводя ногу, как я. Колено находится на одной линии со ступней. Опустите колено на пол и задержитесь в этой позе. В повседневной жизни очень важно быть гибкой. Прижмите ногу к полу, чтобы почувствовать, как растягиваются мышцы ног. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь медленно потяните правую ногу вперед так, чтобы стопы обеих ног касались друг друга. Положите ладони на бедра. Медленно распрямите тело одной волной. Расправьте плечи. При вдохе руки вверх, на выдохе вниз. Руки на бедра и немного согните колени, выгибая спину вверх. Нагнитесь вперед. Выгните спину. Затем поднимите голову вперед и выпрямите спину. Вдох, руки вверх. На выдохе вниз. На вдохе вверх.
А на выдохе поставьте ладони вместе перед собой. Задержитесь в этой позе. Почувствуйте, как спадает мышечное напряжение. Распрямите плечи. И расслабьтесь. Теперь сядем. Ноги перед собой. Колени немного согнуты. Стопы на полу. Возьмите полотенце. Оно поможет нам в нашей растяжке. Итак, зацепите полотенце за стопы ног, держась за его концы обеими руками. Устройтесь поудобнее. В этой позе вы почувствуете напряжение мышц. А если потянете за концы полотенца, то почувствуете, что напряжение усиливается. Держите спину прямо. Глубокий вдох. Выдох. Вы можете попробовать вытянуть ноги еще немного вперед, тем самым обеспечив себе большую растяжку в области спины. Сделайте еще глубокий вдох и выдох. Отпустите полотенце. Согните левую ногу. Правая нога остается прямой. Давайте попробуем сделать более глубокую растяжку. Глубокий вдох и выдох. One more time. Inhale. Еще раз глубокий вдох. Exhale. И выдох. And release. Отпускаем полотенце, пока можем отложить его в сторону. Берем левую ногу, согнутую в колени, и перекидываем ее через вытянутую правую ногу, а правой рукой обхватываем левое колено. Открывая грудную клетку, разворачиваем корпус влево. Если у вас получится, то попробуйте отставить левую руку как можно дальше за спину. Этой позой вы обеспечиваете сразу растяжку плеч, верхней части спины и грудной клетки. Глядя через левое плечо, делайте глубокий вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Повернитесь прямо. Согните обе ноги так, чтобы ступни ног были вместе. Постарайтесь опустить бедра как можно ниже. Таким образом вы растягиваете мышцы внутренней стороны бедер и живота. Расслабьтесь, расправьте плечи и посидите немного в этой позе. Если у вас получится, попробуйте немного надавить руками на бедра, раскрывая таким образом мышцы для более глубокой растяжки. Глубокий вдох. Выдох. Еще вдох. И выдох. Выпрямите ноги перед собой. Возьмите полотенце для другого упражнения. Обхватите им ступни ног и сядьте поудобнее, держа спину прямо. Утянув за концы полотенца немного сильнее, вы почувствуете большее мышечное напряжение. Глубокий вдох. Выдох. Еще один вдох. И выдох. Отпустите полотенце. Согните правую ногу в колени. Левая нога остается прямой. Сядьте прямо. Возьмите полотенце и зацепите его за левую ногу. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. И выдох. Расслабляемся. Теперь берем правую ногу, согнутую в колени, и перекидываем ее через вытянутую левую ногу, а левой рукой обхватываем правое колено. Открывая грудную клетку, разворачиваем корпус вправо. Смотрим через плечо. Открываем грудную клетку. Если у вас получится, то попробуйте отставить правую руку как можно дальше за спину. Почувствуйте, как растягивается верхняя часть спины и грудная клетка. Задержитесь в этой позе. Глубокий вдох. Выдох. Снова вдох. И выдох. Повернитесь прямо, глядя перед собой. Согните обе ноги так, чтобы ступни ног были вместе. Постарайтесь опустить бедра как можно ниже. Возьмитесь руками за лодыжки и расслабьте колени. Почувствуйте, как растягиваются мышцы внутренней стороны бедер и живота. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Теперь просто сядьте прямо, скрестив ноги перед собой. Распрямите спину. При вдохе руки вверх. Затем согните правую руку за спину. Таким образом активизируя трицепсы. Помогайте себе другой рукой. Отпустите руку и перенесите правую руку на левую сторону. Почувствуйте, как распрямляются некоторые мышцы. Обе руки назад. На вдохе поднимаем руки вверх. На выдохе согните левую руку так, чтобы активизировать трицепсы. Помогайте себе другой рукой. Сделайте глубокий вдох и выдох.
Отпустите руку и вытяните правую руку на левую сторону. Почувствуйте, как растягиваются некоторые мышцы. Обе руки назад. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Еще вдох. И выдох. Задержитесь в этой позе и расслабьтесь. Превосходно.